А, ебать, а у нас... Не отвечает. А, нихуя спецназ здесь ходит. Прикольно. Миномет, контакты с... Блять, понятно. Миномет, можем помочь, можем помочь. Давай, 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 полетим. Над ним прям, над ним. Снижайся. Вот здесь, здесь, здесь прям. Это здесь, в городе. Кого убили? Прям здесь, в городе. Дронго, где его конкретно? Будивер. Дронго, если можешь, скажи, ты на зеленой стоишь? Почти, почти. Принял. Противник с... откуда? Запад-восток. Откуда? Да извини, перевяз. Отметил себя дымом. Сейчас, отметил заходи. Себя дымом. Один пех, один рандомщик. Мною убит. Возможно, рядом кто-то еще есть. А противник с запада-востока, просто скажи. Да сейчас не могу, я сейчас нажимаю кнопку перевязки. Я понял, я говорю, скажешь, как сможешь. Правого плеча, короче. Заходи, почувствуйте, если что-то надо. Так, ЛС, на своей метке скажи нам дальше двигать. Север. Плюс. Север, север. Солик, он на дыме, он на дыме наш. А? Он на дыме. Пока здесь тихо. Дронго на дыме. Ну, я понял, я слышал на севере, вижу. Ищи, наведешь меня. Давай, я могу. Не надо, не надо, не надо. Ты найди лучше, если увидишь кого-то. У нас контакт. Адмит. Если бегает кто-то. Адмит. Да. На D2 я один остался, на D1, а Пенисер. Ну, двое человек. Миномет отметил. Север. Я понял, но понял. Это был один, это был один. Это точно не один. Ну, понятно, ну, понят. Больше никто. Давай, сустока назад. Главное, чтобы тут техника, блядь, не объезжала, нахуй. Вот это будет опасно. Что, у вас там война идет? Да, у вас контакт. Вы, у вас контакт есть? Да, да, есть. Один успех на востоке. Сейчас мы с ним будем разбираться. Ранее примерно вдоль белых там продвинулся. Я пока успех. Сам не вижу никого. Я тоже вижу. Но... Админ, 70. Да. Давай покрутимся тут все равно. О, давай воронку здесь сделаем. Продвигаться дальше? Давай. Так, сейчас. РА. Хаос. Дронго, ты живой там? Да, живой. Окей, мы тебя пока прикроем. Гора не услышал. А, у нас все очень плохо. Так, штаб 808, мы нашли РА, не на наших позициях. Метки, но нас точно. Выйди на КВС, Дронго. Да, у нас на, там, на розовом сколько БМП осталось? Ни одного? На розовом нету БМП техники, не осталось. Дронго! На связи, Дронго. Смотри, я кручу над тобой воронку, будем смотреть окрестности, если ты не против. Спасибо. Значит, внимание, розовый маршрут. Да, ну все. Поскольку хорошо. Техники у вас не осталось, идите по маршруту 75. МП, что возле леса, на скажи ему, что если мешает звук вертолета, ну можем улететь. Зеленому 75. Да. Вертолет. Вертолетный. А 75-м ждать или идти? Бегите, что время терять? Не сидит на пехе? Будьте разведкой. А ходу дела пытайтесь обнаруживать вражескую технику, которая будет на полях кататься. Слева Бэха горит. В тылах. У нашей колонны. Если у вас есть отчаянные люди, посидим там по каналам, пусть, может, чего увидим. А, штаб на метке ВДВ Уран техника. Вижу горящую технику. Говорит вертолет. Мастер, что это за метка актуальная? Какая-то война была, там что-то взорвали. Минус БМП там ВДВ или что там, я не а знаю. А уехала. Подожди, уехала наша или противник? А уехал на восток оттуда. Плюс. Ребята, ты в тылах у нас. Не будет. В тылах у нас противник на метке мастера. Мастера, там уничтожили технику противника. Нашу технику уничтожили. Мастер жив? А, я уехал на восток. Мастер, на мою метку приедь, сейчас дам квест. Быстро, умирай. Ты там в окружении. Новое место, новая метка. Тут мы тут держим контролем. Нам надо вылечить человека. А где друг на самом стоит, не понимаю. Где он? Вон у офицерки. Зон, ты говорил, просто его по дороге скрыть. А, это церковь? Так это штаб какой-то, нет? У офицерки, говорю. А, офицерка. Мы что-то сказал, у церкви. Пиздец, похоже.
слышит. Да, финистр счет под нас. Лес, у вас контакты есть? А, вот, вижу их машину. ЛСП на дальней? ЛС, да, у нас контакты минимальные. Где-то на севере уничтожили нашу БМП. Где-то а, да, мы рядом с БМП стоим, нам нужна, где Беджер стоит. Сейчас у вас экипажи. Ищу. Я понял, у вас контакты есть? А слушай, они конечно на офицерке, прямо на ней сидят. Ага, лол, с минометом наверху? Да. Вот это профессионально, блять, мне нравится. Продвигаться, ну так, в том направлении. Чё, летаем или кружимся? Скажи, спроси у него, мы можем уйти, ты не против? Да, у нас контакт. Финн, ты через кого? Удачи ему, пожелай. Ответил. Сможешь к минометчикам? Сейчас сделаем. У нас 10 минут есть дальше перед это. Рефил. Сорик, спроси у него. Прям наши позиции. Давай, противник. Позиции миномет противник. Вертушка, позиция миномет где противник. Именно? Можешь нас складывать. И все вокруг нас нарами. Принял. Финн живой? Сорик, ты слышишь эту хуйню? Да у меня пролав, у меня все залагало, у меня нормально, чуть не умерло. У меня черный экран был в армии. Че такое? У миномета противник вокруг. Только по ним не стреляй, да? Не рядом работает. Дронго, ты тут? Блин, обидно. Дронго, ты живой? Бьем потихоньку. А ты подходим к вашим меткам с юга. Дело воронка. ДВ на связи, у вас метр актуален на вас? ДВ. Короче, кто там возил этих самых ЛС, у вас там тыл, возможно, противник подходит. Контроль где тыл. Бля, ты меня заглушил нахуй. 75, да, дайте мне актуально на себя. Ставка, сейчас. Живой, вижу, на крыше. Не наш? Точно? Нет, не наш, это был не наш. Да, это вражеский спайн был, вражеский спайн на крыше. Сейчас снесу здание, нахуй. Доложи, миномет потерян, уничтожаем миномет. Штаб, миномет потерян, уничтожаем миномет. Вражеский СПН захватил. От трона что у тебя? Миномет уничтожен. Хорошо. Админ, связь. Админ, связь. Ну, миномет, короче, уничтожили. Дрон, ну, они захватили, но мы его уничтожили. Это СПН был. Еще? Я думаю, сейчас на армию зайдем, что-нибудь разъебем, какой-нибудь баджер. Ну, надо... А, вот севернее вы хотите... Севернее офицерки. Вот сейчас прям смотришь севернее офицерки, да, и нары. Севернее офицерки. Там, где прилеты или правей? Левее. Севернее офицерки. Сейчас. Вверх, левее, левее офицерки. Да я делаю, 40, спокойно. 808. Подходим к ангару. Власть тут, да? Пойдет? Да, а, вижу. Бежит. Ну, нам вы готовы. Окей, проверим. Не знаю. Да я видел его, он бежал. Нет, я обновил для себя. Ну, здание слышу. Рано связывал с ним. Саша, живые?
Да, Саша, живые, продвигаемся с боями, у реки куча врагов. Да, ты сложил офицер. Ну и хорошо, я думаю, я похоронил его. Давай, надо... Да, там все мертвые, мертвые. Охуенно. ВВ, РВ, у вас метки актуальны? Ангар кто ГПшит, не ГПшит свои. ВВ, РВ, на связи? ВВ на дальний, тут у вас пехота, ну вокруг пехоты. Урал надо уничтожить. Да? Давай. Ты видишь что-нибудь? Еще. Не, не вижу, все мы. АТ, связь 880. Сейчас еще давай, минутку. Уничтожим Урал, заправимся. А, вижу здание. А, блять, хуёво будет заходить, да, походу? А, нет, нормально, вижу, вижу, все, за гаражом прям. Что, нас вынесут сейчас там? Вы не ставите несколько противников, не понимаете, где у вас противник. Мы не дерьте, будет... Многовато, ну ладно. Поставить не могу, информацию давала ПВ, которая стоит... Ну, вроде жёг. А ПВ, да, вы да, только прав. Да, прям по нему там прошёл.